квадрокоптер на вооружение в филиал ПСО по Усть-Камчатскому району. Мы 3 дня тренировались управлять им, были занятия. Сегодня было проведено реальное занятие с потерей человека в лесу. И ребята, их задача стояла найти при помощи беспилотного летательного аппарата этого человека в лесу. То есть у нас были занятия, именно вот как практика. Вот, учились взлетать, его садить с руки на руку. Также были у нас и как дальние полеты на 1000 метров и более, даже 1500 мы летали. Вот. Все очень понравилось, это классные эмоции, это огромный позитив. Сегодня у нас была смоделирована тренировка. Потерялся человек в лесу. Нам поступила команда, мы выехали с новой техникой, которую мы получили, квадрокоптер. Нашли человека быстро, благодаря данной технике.